Здорово! Многие из вас сталкивались с ошибкой под номером 3194 при восстановлении или обновлении iOS прошивки. А сейчас в этом видео я продемонстрирую вам решение этой проблемы. И решить мы ее сможем с помощью компьютера Mac или Windows. И после появления данной прошивки на экране вашего ПК заходим в папку C, диск C, Windows, System32, Drivers, etc. Это для Windows системы. Весь путь к этим папкам я выложил в описании под этим видео. А на Mac заходим etc, Hosts. Путь к этому файлу я также выложил в описании под этим видео. Заходим в Finder на Mac. Далее нажимаем переход. В Finder переход. Переход к папке. Здесь вписываем slash private. Перейти. etc. Выбираем папку etc. И здесь hosts. Hosts. И в файле hosts мы видим строчку 74.208.10.249.gsapple.com. Если у вас нету данной строчки в этом файле, то я написал ее вам в описании под этим видео. Пожалуйста, впишите эту строчку и обязательно с решеткой перед цифрой 74. Да, обязательно это впишите. И затем вы сохраняете ваш файл hosts. В Windows вы должны открыть этот файл с помощью администратора, потому что если вы не будете открывать с помощью администратора, то он не даст вам право на изменение данного файла. Так что делайте все при помощи администратора. После того, как вы изменили файл hosts, можете свободно обновляться на или же восстанавливаться на какую-то прошивку на вашем iOS девайсе. И, пожалуйста, отпишитесь сразу же после обновления в комментариях под этим видео, получился ли у вас этот весь процесс. Ставьте лайки под нашим сегодняшним видео, вступайте в нашу группу ВКонтакте, фолловьте наш Twitter аккаунт, ссылки на Twitter и ВКонтакте вы можете найти в описании под этим видео. И не забудьте подписаться на наш YouTube-канал для следующих видеообзоров. Пока!